празднику готова. Речь про столицу республики. Чебоксары украсили к Новому году. Украсить город к 1 декабря – такую задачу поставил глава Чебоксарской администрации Алексей Ладыков. У каждого района столицы своя концепция. В Калининском главными праздничными площадками станут территории, благоустроенные по программе формирования комфортной городской среды. Это Козецкий сквер и площадка перед торговым домом «Шупашкар». Здесь у фонтанов мы установили 15-метровую елку. Украсили, это районная елка, открытие которой состоится 24 декабря, мы вас приглашаем. Расцвел сад сакуры на 25 торшерах. Город украсили заранее, чтобы создать жителям новогоднее настроение. Судя по всему, это работает. Ну вот, если говоря, что мы живем 1985 года и знаем, как было, и стало в прошлом году, как здесь шикарно, такую зону отдыха сделали и для детей, и для взрослых, и для молодежи. Новый взгляд на световое оформление, украшение витрин магазинов, праздничные архитектурные композиции – все это выстроено в единую концепцию оформления. Вдоль основных столичных магистралей на деревьях зажглись гирлянды.